Так, подключили камеру к микроскопу Оптон, который то же самое, что Carl Zeiss F-170. Справа стоит аналоговая камера, а слева стоит камера цифровая X-CAM на новом адаптере. Матрица 1/2 на камере. И вот мы наблюдаем глазик, как говорят, свиной. Вот. И вот так вот оно показывает. В сравнении с аналоговой. А вот это на маленьком экране аналоговая камера. Представить адаптер и, соответственно, цифровую камеру, чтобы была возможность наблюдать процесс, например, выполнения лазерной коагуляции дома. Вот. И у меня вот возникла мысль, а скажите, пожалуйста, а у вас те, которые лазера,